трудный, тяжелый матч. Ребята отдали все силы. И, конечно, мы не заслуживали поражения ни по каким критериям. Но оно случилось, поэтому ничего не остается, как работать. Незабитый пенальти. Ну, немножко начался брак после где-то 25-й минуты второго тайма. Не могли перейти в хорошую игру, хороший контроль мяча. Поэтому, ну, не дали мы много моментов создать Солигорску, к сожалению. Они выжили максимум из того, что имели. Были у нас хорошие моменты для реализации в первом и в начале второго тайма. Вот, не забили, ну, поэтому отсюда поражение. Мы в этой ситуации ничего не остается, как трудиться, и претензий у меня к игрокам, конечно, нет никаких. И нельзя уповать на судейство, но, конечно, трактовка с этими карточками, она была достаточно неоднозначной. Но есть, что есть, поэтому поздравляю Солигорск с победой. С чем вы связываете этот брак именно конкретной команды? Ну, во-первых, много было перестроений. Леха Олегчилин, мы боялись, что Витя играл Али под карточкой желтой, и мы не могли использовать Валеру Жуковского, у него травма. Вот, поэтому вынуждена была замена. Учитывая, что высокорослый футболист из Солигорска выпустили Алексея, он давно не играл на этой позиции, поэтому пришлось по ходу перестраиваться. Вот, и отсюда не смогли наладить какие-то конструктивные действия. Ну, я думаю, что сегодняшних 3 очка нам удалось наиболее тяжело по сравнению с другими играми, с теми, которые мы выиграли. Но мы добыли эти 3 очка, так что это положительный момент.